На космодром «Восточный» доставлено 4 разгонных блока фрегат. В таком количестве разгонные блоки космодром принимает впервые. Специалисты космического центра «Восточный» совместно со специалистами НПО «Лавочкина», входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», установили фрегаты на складе блоков технического комплекса. Все работы прошли штатно. Разгонные блоки будут использоваться в рамках пусковых кампаний OneWeb в 2020 году. В рамках пусковой кампании 2020 года 27 февраля прибыли 4 разгонных блока фрегат. Специалистами космического центра «Восточный» они выгружены и поставлены на штатное место хранения на складе блоков технического комплекса. Также в монтажно-испытательном корпусе в режиме хранения находятся 5 ракет-носителей «Союз-21Б». 3 из них уже собраны в пакеты. Это сборка первой и второй ступеней. Работы в этом году в соответствии с графиком велись специалистами космического центра «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в госкорпорацию «Роскосмос».